Приветствую всех на канале Bizarre World, меня зовут Макс. И сегодня, друзья, мы с вами будем смотреть очень необычные карты. На самом деле эти карты были нарисованы по памяти, да. Собственно, люди на улице шли, у них спросили: нарисуйте, пожалуйста, карту мира. Они брали просто и рисовали. Вот давайте-ка с вами взглянем на несколько таких вот карт, что же люди вообще могли нарисовать. А в конце видео я сам нарисую карту миру по памяти. Посмотрим, что у меня из этого получится. Ну и вам кое-что интересное задание, в общем-то, дам. Ну что, готовы? Тогда погнали! Вот так вот человек, собственно, нарисовал мир. Как он его помнит? Смотрите-ка, что здесь интересно. Во-первых, интересно, что почему-то Африка, у нас срослась с Евразией. Почему это произошло, я честно не знаю. С Италией что-то не то. Сапожок-то, получается, прохудился немножко. От сапога осталась какая-то загогулинка, смотрите. Плюмбочка такая. Зато Великобритании что-то не то. Она превратилась в какой-то такой кусок. Ну и вся Европа, смотрите, она стала какая-то непонятная очень. Япония тоже что-то какая-то. Япония, кстати, похожа на сапожок итальянский, который уплыл через океаны. Северная Америка, как будто бы американцев вообще нету. Здесь как будто Канада и Южная Америка. Зато Антарктида нарисована. Ну, вот такая вот странноватая. Давайте-ка следующую посмотрим. А следующая вообще довольно-таки странная, друзья, честно сказать. Здесь вообще просто какие-то, как будто это, знаете, лепешки коровьи. Знаете, вот корова, когда она идет, она, собственно, откладывает лепешки. Вот это похоже на какие-то коровьи лепешки. Это явно не карта мира. Ну, согласитесь, что это такое? Ну, это разве карта мира? Сверху плямбочка, внизу какая-то плямбочка, и то не дорисованная. Ну, Африка хоть что-то похоже, а Евразия как будто просто какая-то лепеха коровья, реально большая. А Северная Америка у нас, она вообще похожа на какого-то как будто человечка, да, типа телепузика или что-то такое. Южная Америка похожа на какую-то морковку, что ли. Австралия вообще уменьшилась в размерах, Европы я вообще не вижу. Также Гренландии и прочих континентов, да, странно. А вот это вообще что-то жуткое происходит здесь. А на этой карте, смотрите-ка, нарисовано, напомню, по памяти люди рисовали. Северная Америка, это что это такое? Она куда-то перерастает в Антарктиду. Вот это поворот! Северная Америка в Антарктиду входит, в состав, да, в Антарктиду. Это уже Канада почти. Расползлась, в общем-то, распустилась Канада. Ну что, распустилась. Также и Евразия, смотрите-ка, она как будто клубника, знаете, вот Африка и Южная Америка напоминают мне какую-то клубнику. Клубника выросла, в общем. Зато Австралия гигантская. А вот это малюсенькая, маленькая, вот это похоже Япония. Европы опять нету, к сожалению, да. Европы нету. Так, следующая у нас еще одна довольно-таки интересная. Карта по памяти, да. Да, здесь тоже почему-то Евразия вся одной такой лепехой большой. Антарктида тут у нас на юге, да. Я не понял, это что? Это получается Африка отклеилась, получается Африка сместилась куда-то в бок. А Австралия, это маленькая, вот это Австралия, да? Ну, похоже. Северная-Южная Америка вообще. Северная Америка похожа на Трампа с прической, смотрите-ка. Похоже, да? Что-то есть. А это, бог ты мой, что же это такое? Это что это? Это как это? Бог мой, это что с Евразией-то случилось? Что же ее так покоребило-то? Божечки мои. Главное, скандинавская какая-то страна одна осталась, да? Видимо, вот этот отросток, это, видимо, Италия, да? Этот отросток от итальянский.
А внизу вот это похоже на огурец. Это Африка, видать. Там еще какие-то острова появились интересные, любопытно, большие, да? Австралия вообще, похоже, вот эта Австралия в углу, она маленькая. Япония есть, что интересно, и Курилы есть. Северно-Южная Америка, я вообще молчу. Северная Америка какая-то вот такая вот нелепая, что ли. А Южная Америка вообще не поместилась. В общем, вот такая карта. Ну, здесь зато смотрите. Смотрите-ка, здесь Европа у нас есть. О, Европу завезли. Нормально, нормально. Ботиночек такой. Ботинок, симпатичный ботинок. Мне нравится. Правда, вот португалец срезала Португалию, ее нету. Великобритания прохудилась немножко, ее стало там вообще немножечко, там капелюшечка такая, да? Скандинавы все в единую такую объединились штучку. Африка, знаете, похожа на этот след Бигфута, да? Как будто отпечаток ноги. А Америка как будто в шоке, смотрите, вот это как будто два глаза, вот, это рот, да? Америка как будто какой-то монстр. Ух, это Америка прям какой-то орел, смотрите, орель. Так, ну, Южная Америка уже похожа не на клубничку, уже похожа на свеклу. В Евразии здесь упал метеорит, видимо, как мы видим, здесь кратер гигантский. Сапожок бедный уже у нас не сапожок, уже похоже на какой-то носок. Носок, итальянский носочек. Ну, хотя бы здесь Европа, Скандинавы как-то, да, обозначены. Загогулька Япония, видимо, какая-то, да. Африка более-менее хоть похожа на Африку. Ну и Австралия есть, смотрите-ка. Ну, Великобритания, Исландия, Гренландия. Как бы все в порядке, да. И это, собственно, уже вообще прям похоже практически. Смотрите, прям вот по сравнению с тем, что мы с вами видели ранее, вот это просто вы один в один почти. Почти один в один. А только Америка почему-то... Канады нету, да? Канада куда-то пропала у нас. Канады нету, она исчезла. У нас одна Америка. Зато мексиканцы подросли. Мексиканцы выросли, да, много. Территория так увеличилась в Мексике. Южная Америка уже превращается в какой-то засохший овощ. Скандинавы просто торчат уже. Они же, знаете, вот так вот были, да, скандинавские эти страны. Они, сейчас покажу как. Вот так, да. Вот так вот они были. А сейчас они уже вот так торчком стали. То есть, вот так вот встали прям дыбарем. То есть, ух, скандинавы просто, ух. Такой маленький писюлечек, это, видимо, Италия. Я не знаю, что это за пилюлька такая торчит. Пипеточка такая. Что за пипеточка такая? Это Италия у нас. Да. Перчик вот этот болгарский, это Великобритания. К сожалению, от нее ничего не осталось уже. Там просто кусочек, какой-то островочек, да? Попробую я нарисовать, что у меня получится. Итак, друзья, собственно, я тут подготовил. Я буду рисовать Windows 10, Paint 3D называется приложение. Давайте-ка попробую по памяти нарисовать карту мира. А с чего начать? С чего начать? Ну, давайте... Ну да, с северного давайте полюса, да? Ну, как-то вот так, Мексика. Вот я смеялся над людьми. А реально тяжело, слушайте, реально тяжело. Вот вы сейчас берите лист бумаги и со мной рисуйте. Да, рисуйте со мной, а что нет? Ну, вот так здесь скандинавы будут. Ну, пусть будет так. Ну, что вы? Ну, пусть вот сойдет скандинав. Ну, вот как-то так. Как-то так. Я, конечно, не художник, но вот так вот у меня получилось. Кстати, что у вас получилось, можете сфотографировать свое произведение искусства или сделать скриншот, если вы на компьютере или на телефоне, и прислать мне с пометкой «Карта по, так сказать, по памяти». «Карта по памяти», Бизарыч, вот тебе нарисовал.
Может быть, еще сделаем выпуск такой. Посмотрим ваши карты. Вот такую карту намулевал. Вот такое вот страхолюдие. Да, да. Всем спасибо, кто посмотрел выпуск. Если вам понравилось, ставь лайк. Подписывайся на канал Bizarre World. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока, друзья.